мой район, не была здесь, наверное, больше 20 лет. Сейчас я увижу подругу, которую видела в последний раз, в 2005, наверное. Сейчас 2003. Она как раз белье вешает. Посмотрим на ее время. Мама. Диля! Диля! Соседку свою отсюда не помнишь? Да, это я. Ты что не узнала? Я поправила. Все нормально, хорошо. Ничего, как дочка. Уж чего? Когда-то подругам рассказываю, с работы, когда шла, помнишь, с института? И ты с окна смотрела, я говорю, Ди, а ты? Ой, гулькер, уж ош бор, чой бор, кыр-кыр-кыр, крыпкетардым уйнге. И там с ним и чай пили, ели, то ля-ля-ля, то шашлык там жарят. Муж хорошо приедет через неделю. Маленький сейчас летит, вылетел уже. А где маленький сын? Маленький летит сейчас. Вырос, да, 19 лет уже. Лялечка, где курган? Когда родился, да? Да. Говорила? Мам, будет ну, она не завтра, ее кеган после кормиду. Все, кроматы, да. Ну, не планировали. Азиза просто Шнара была рядом и меня взяла с собой сюда. И мимо сейчас идем. На дирке, на нее детство похоже, смотрите. Такая же. Я говорю, она меня всегда заманивала, кормила. Все равно я худенькая была. Вот отсюда иду с работы, вдруг она с окна смотрит. Давай, Келли. Вечером, помнишь, кто у тебя собирались? Оброс женится, извини. До голоса, да. Кто у тебя здесь или здесь? Ну, что с мамой тут здесь, высокий там. Это санту или нет? Абра, ну, альбарама. Мама нормальная, мама якши, пенсия дала, 7 лет. А квартира там же? Мама на художников, а я на художников. Тоже рядом. А там есть кибана, да? Я убор мама. Thank you.
Моя бабуля не сломает, она не забыла нас. Маму привет, привет. Обязательно. Хасан, Хасан, там с гель сломает? Что это вам? Сидеть, начинает. Подружки в молодости. Ну, Дуська, ну, Полярка. А где она? Когда придешь, давай я позову ее, Дуська, посиди. Ветки в утреннемске, где куда я пойду? Я не знаю, я хану, я урада. Ну, помнишь? Да. Фарух Нойсы, мы? Фаруха, я помню. Давай, бумаса, телефон нам пошли, с бугун телеграмм, чекам связи, договоримся. С кнем берам, с кнемкой. Вместе пойдем. Давай. Как вам ваш район? Ой, наш район хороший. То те соседи многие уехали в Израиль, в Россию. Многие остались, но времени нет. Сейчас мы идем к другой моей подруге. И она говорят, в Стамбуле живет где-то. Замужем, двое детей. Но мы пойдем к ее маме, если мы ее застанем. Это следующий дом. Это моя армянская подруга. Ой, не видно друзья. Да, может, найдете. А вас стройки построили. На втором этаже жила. Если наш 18, наверное, это 20-й. Наверное. Дай Бог, чтобы она здесь еще была. Не знаю, да. Если она здесь, то я смогу найти та же дверь, когда я к ней бегу. Да. Да. Она была постарше, мы здесь с ней. У нее был сын Артурчик, у Левитки. Ей было тогда 24-23. Мне было лет 27. Мы дружили. С детками ходили на Мурзолурбек, где памятник, вы там бегали. А мы с ней семечки щелкали, сидели. Хорошая девочка была. Ну, потом я уехала, и мы ей обменялись телефонами. И она уехала в Стамбул, говорят. Так, ну, может, найдет. Ну, ничего, позвонят, если что. Да. На такси прямо сюда вызываем и едем сразу. Хорошо.